Друзья, приветствую всех на курсе Motion Design. Сегодня с вами первая лекция. Поговорим с вами о сфере Motion Design. Меня зовут Алена Аракелова. Давайте чуть подробнее о нашем плане на ближайшую лекцию. Итак, о чем сегодня поговорим? Прежде всего, начнем с того, что такое Motion Design. Дадим этому направлению определение. Немного коснемся истории, с чего все начиналось. Затем рассмотрим направление, где используется motion design. Возможно, это поможет вам уже сейчас определить те сферы деятельности, которые вам ближе всего, в которых вы хотели бы работать дальше. И благодаря этому вы начнете качать свои скиллы уже с заданным вектором для вашего дальнейшего роста в этой профессии. Ну и, конечно же, поговорим о том, кто такой motion дизайнер и какие навыки нужны для этой профессии. Кроме того, у нас с вами на рассмотрении софт и его назначение. Коротко пробежимся о том, в каких программах будем работать, что будем изучать. Естественно, супер важная и большая тема – это пайплайн, это процесс создания ролика. Расскажу вам, как идет работа над роликом в студии, не в студии, неважно, концепт примерно один. Начиная от идеи, заканчивая реализацией проекта. Это и сториборд, и стайлфреймы, и аниматики, и анимации, и саунд-дизайн, и целая гора непонятных, возможно, слов. Все расскажу, покажу на примерах с историями со всем на свете. Ну и, естественно, поговорим с вами о насмотренности и как ее тренировать, что это такое, для чего это нужно и вообще, что, в принципе, с этим всем делать. Ну и, естественно, коснемся с вами трендов современных, куда без них. Возможно, покажется, что я повторяю немного предыдущий пункт с направлениями, где используется motion design, но это не совсем так, здесь уже более конкретно, приближенно к визуальному оформлению вашего ролика. Ну и, естественно, расскажу, какое домашнее задание для вас приготовила и что вам нужно будет сделать к следующему разу. Все, такой у нас на сегодня план. Давайте начинать. Ну, прежде чем мы с вами все это начнем, естественно, я думаю, есть смысл рассказать, кто я такая, зачем я вам здесь все рассказываю и какой резон вообще это все слушать. Меня зовут Алена, я motion дизайнер с 2016 года, уже в коммерческой сфере я имею в виду. До этого я училась в ХГАДе, это Харьковская государственная академия дизайна и искусств, по специализации мультимедийный дизайн. То есть я тот редкий случай, когда ты на что выучился в институте, собственно говоря, тем и зарабатываешь деньги после. Я топ-рейтед фрилансер, я работала как в студии, сейчас на фрилансе уже довольно давно, большую часть своего опыта я на фрилансе. Топ-рейтед, если очень коротко, 5 звезд, клиенты довольны, все очень классно, вот такая история. У меня есть опыт преподавания в ВУЗе и в онлайн-курсах, надеюсь, вам будет интересно меня послушать. Если вам хочется больше контента про motion дизайн, про просто дизайн и так далее, про инструментарий, то всех жду в Инстаграме. А если у вас есть какие-то вопросы и в дальнейшем они у вас будут возникать, без проблем, пишите мне в Телеграм, я все время там в онлайне, не стесняйтесь. Если не ответила сразу, ничего страшного, просто продублируйте сообщение. Возможно, оно немного затерялось в моей невероятно интересной ленте. Сегодня говорим о motion дизайне. Мы с вами будем в дальнейшем, в принципе, о нем постоянно говорить. Но тем не менее, давайте обозначим, что это такое, чтобы у нас с вами не было недопонимания. Если сложно, motion дизайн – это дисциплина, которая применяет принципы графического дизайна кинопроизводству и производству видео посредством использования анимации и визуальных эффектов. Возможно, это довольно сложное определение, и, в принципе, этих определений целая гора, это только одно из. Но если супер-супер просто, то это графический дизайн в движении. Вот так вот, совсем по-русски, понятно, и без лишних надстроек словесных. Здесь у меня справа собраны различного рода примеры – это как 2D-графика, так и 3D-графика, персонажка, типографика анимированная,
просто абстракция геометрическая, все что угодно, заанимированные изображения и так далее, все они служат какой-то конкретной цели, мы поговорим о них попозже, все они используются в разных, скажем так, медиа, и, собственно говоря, это и есть motion design. Этот дизайн имеет какую-то функцию, несет какой-то смысл, подкрепляет какой-то ваш посыл. Ну и давайте коротко об истории motion design. Я начну совершенно издалека, но не буду слишком долго на этом останавливаться, потому что это настолько давно, и настолько это уже прослеживается очень маленькая и тонкая связь с нашей реальностью, что как бы нет смысла на этом заостряться. Но, в принципе, у человечества всегда был интерес к тому, как запечатлеть движение, как запечатлеть вот эту динамику. Даже на наскальных рисунках доисторический человек пытался изобразить это движение, дорисовывая несколько ног, которых не было в реальности, придавая какую-то динамику изображению и так далее. В общем, если очень сильно глубоко копать, то да, это и есть истоки motion дизайна, анимации в принципе. Давайте чуть ближе к нашей реальности. 1825 год. Перед вами вот эта замечательная анимация, замечательная гифка. Этот предмет называется тауматроп. А что это такое? Это игрушка, где на диске нарисованы с одной стороны одна картинка, с другой стороны вторая. И прокручивая за ниточки этот диск, создается такая иллюзия движения, иллюзия анимации. Это все базируется на свойстве нашего глаза, на оптических иллюзиях, как я сказала выше. И таким образом получается такая очень-очень простенькая анимация, супер популярная вещь в викторианскую эпоху, ну а изобретателем возможным считается английский врач Джон Айротон Перрис. 1832 год. Уже чуть посложнее история, уже гораздо больше рисунков, гораздо интереснее и сложнее анимация. Как видите, на диске нарисовано несколько изображений, и раскручивая сильно этот диск в зеркале, можно было наблюдать вот такую вот незатейливую анимацию. Следующее изобретение, предмет, называйте как угодно, зоотроп, 1833 год. Возможно, он встречался вам гораздо чаще, чем предыдущие два. Уже чуть посложнее конструкция, в цилиндре несколько рисунков, и раскручивая его, также получался эффект анимации. Изобретателем зоотропа считается Уильям Джордж Горнер. Что я могу сказать? Это самые-самые зачатки вообще анимации, самые истоки того, как человечество начинало экспериментировать с, скажем так, возможностями нашего зрения и оптическими иллюзиями. Но motion design — это не просто анимация. Это функциональная анимированная графика. Что я имею в виду под этим словосочетанием? Да, функциональная анимированная графика. Ваша анимация не просто уже, где человечек машет ручками или лошадка перепрыгивает препятствие. Анимация несет уже какой-то конкретный посыл. Она для чего-то конкретно создана. То ли это, допустим, реклама, анимированная типографика или инфографика, то ли это какой-нибудь explainer видео, об этом всем тоже поговорим чуточку позже, который рекламирует или объясняет, как работает тот или иной сервис. То есть у анимации уже появляется какая-то дополнительная смысловая нагрузка и экстра функция. Ну и, собственно говоря, самое-самое начало, которое уже вот реально можно считать, да, это начало motion дизайна, появляется в первых анимированных титрах, в логотипах, в кино и на ТВ. Перед вами анимация, довольно популярная. Ее автор Сол Басс, очень известный графический дизайнер. Рекомендую ознакомиться с его творчеством. Его графика 100% узнается даже сейчас. В середине 20 века он создал вот эту заставку, которую сейчас видите, к титрам фильма «Человек с золотой рукой». Довольно узнаваемый стиль. И, как я уже говорила в самом начале, motion design —
это графический дизайн. И на примере этого известного автора вы также можете видеть, что да, базируясь на основах графического дизайна, композиции, динамики и так далее, добавляя анимацию, мы только усиливаем все эти тезисы. Ну, а с соло-басом я, еще раз повторяю, рекомендую ознакомиться с его творчеством. Тема направления. Где используется motion design? Я покажу несколько основных, которые, на мой взгляд, сейчас ключевые, в тренде и так далее. Их, конечно же, больше, но посмотрим пока эти вот базовые истории. Кто дальше копнет, откроет для себя дополнительные там экстра направления, которые будет интересно, возможно, изучать. Сейчас давайте начнем с основных. Итак, первое, мое любимое, честно скажу, инфографика и explainer видео. Вот у меня здесь есть несколько примеров. Что это такое? Начнем с инфографики. Ну, для начала уже не в тренде, уже сложно, уже неинтересно, тяжело и невыносимо читать и смотреть различного рода сухие диаграммы, сухие графики, какие-то таблицы и так далее. Поэтому часто встречаются такие заказы, как нужно сделать интересную презентацию, презентовать там статистику нашей компании, даже для внутренних целей, не обязательно компания рекламирует себя. Нет, просто вот совет условно директоров или еще кого-то собирается, им нужен не просто сухая выжимка фактов там и что произошло за квартал, а как-то еще интересно оформлено, чтобы это был какой-то интертеймент и не совсем уже скучно и невероятно сложно смотреть. Вот здесь и вступает, скажем так, свою роль инфографика анимированная. Это пример справа. Ну, не только справа, в принципе, не обязательно так буквально анимировать диаграммы и так далее. Возможно, добавлять какие-то метафоры, какие-то интересные ходы, как-то визуализировать необычно ту информацию, которая представлена сухо и очень неинтересно, скучно на бумаге. А что касается explainer видео, если очень дословно, explainer видео это объясняющее видео от слова explain, английский язык, то это крайне популярная история для всякого рода стартапов, небольших бизнес-компаний. Возможно, есть какой-то сервис или продукт, и он новый, и люди не совсем знают и привыкли им пользоваться. Вот здесь нам нужен эксплейнер, который ярко, сочно, быстро, интересно объяснит, как работает этот сервис, для чего вам нужен этот продукт, для чего вам это приложение даже. Интересная модель повествования, скажем так, увлекательная. Я лично очень люблю эксплейнер видео. Здесь есть много своих подводных камней, в частности, очень большая конкуренция на рынке. Ну, в принципе, я скажу честно, motion design популярная, довольно-таки набирающая обороты профессия, появляется очень активная конкуренция. И это не только на внутреннем нашем рынке, да, в нашей стране, это еще и, в принципе, по миру, потому что сейчас очень много, скажем так, невысоко квалифицированных специалистов, которые демпингуют рынок и так далее. А клиент, как правило, еще и не очень обладает вкусом и видением того, что ему нужно, и он хочет, как у соседа. У соседа, конечно, всегда все очень плохо и не стильно, и неинтересно. И, в принципе, как творческая личность, вам может быть немного скучно, досадно и обидно работать над, скажем так, классными целями, которые интересно положить в свое портфолио. Но, тем не менее, если вам удается взять классный эксплейнер, затащить этот заказ, или, в принципе, в офисе удается взять такой заказ, то это всегда одно удовольствие работать над эксплейнерами. Но мое личное субъективное мнение. Лого-анимация. Сразу скажу честно, я очень не люблю лого-анимацию, и при этом она очень-очень популярна. Каждая компания, каждая маленькая-маленькая конторка имеет свой логотип, и им очень классно и здорово заиметь, конечно, анимацию к этому логотипу, начиная от просто анимации на сайт и заканчивая там
лого-анимацией на каких-нибудь конференциях или тех же самых YouTube-каналах, что сейчас супер популярно. И здесь, кстати, я вынесла отдельно интро и аутро, как раз-таки, если мы говорим о каких-то ивентах, о каких-то мероприятиях, возможно, о каких-то блогерах, которым нужны заставки на все их новые рубрики и так далее. Поэтому, да, лого-анимация популярна, она очень интересная, может быть, но почему я лично ее не очень люблю? Потому что если мы рассматриваем анимацию логотипа в отдельности от там, того же эксплейнера или инфографики, то здесь клиент настолько любит, любит свой логотип, он прям вот его, не знаю, до уровня божества возносит, и он очень-очень трепетно относится к нему и к его анимации, и поэтому он может доесть вам мозги просто до основания. Поэтому будьте готовы, ну вот базируясь на своем опыте, я могу сказать, будьте готовы к таким трепетным и очень дотошным, скажем так, правкам. Ну и следующее направление, довольно очевидное и очень-очень объемное, это, конечно же, кино. Самый, наверное, наглядный пример моушн-дизайна — это Тони Старк из вселенной Marvel и его вот этот вот интерфейс. Фейковое такое 3D. Много где используется, и, скажем так, не только в кино, но там в том же научпопе, в каких-нибудь интересных познавательных документальных фильмах, передачах и так далее. Здесь, думаю, нет смысла особо распинаться, просто это ближе уже к VFX-эффектам, ко всей этой истории эффектов и тому подобное. TV-айдентика. Вот это интересная вещь. Что я подразумеваю под словом «айдентика»? Это, в принципе, скажем так, брендовое оформление канала, начиная от того же логотипа, заканчивая плашечками, заставками, перебивками, анонсами, оформлением каких-нибудь, я не знаю, табло или еще чего-то наподобие, если мы говорим о каких-то передачах, где есть соревновательный момент. В общем, полное оформление телевизионного канала — это тоже можно, дизайн может быть совершенно разным, начиная от 2D анимации, заканчивая трехмерной анимацией, как вот здесь в примере. Совершенно разные истории, но тоже интересное направление. Ну и, конечно же, куда без рекламы и социальных медиа. Давайте посмотрим, что у меня здесь в примере. Реклама может быть не только, естественно, видео. Не обязательно это съемка живьем, с натурой и так далее. Это, конечно же, может быть еще и графика. Как вот на этом замечательном примере рекламы чехлов для айфонов. В принципе, все это motion design. А с приходом Инстаграма и активным потреблением контента у нас появляется еще одна площадка. И, честно говоря, несколько. Еще YouTube, Facebook и так далее. Появляется еще несколько площадок, где требуются контент-мейкеры, люди, которые будут делать и рекламу, и посты просто в ленты, блогерам, не блогерам, кому угодно, магазинам одежды. Очень интересное направление, довольно-таки новое, но почему бы и да. Следующее направление у нас анимация UI и UX. Возможно, для многих из вас эти термины встречаются вам впервые, давайте поговорим немного о них чуточку подробнее. UI дословно это пользовательский интерфейс, он может быть не только графическим, но и тактильным, голосовым и аудио. Но если мы говорим с вами о motion дизайне, конечно же, в первую очередь мы говорим о графическом оформлении. UX-дизайн — это опыт пользователя, это проектирование интерфейса на основе исследования пользовательского опыта и поведения. Это все, что касается приложений, сайтов и так далее, то, как это работает. Здесь motion дизайн тоже очень активно используется. Единственное, что здесь есть свои законы, есть свои механики, есть уже, скажем так, правила хорошего тона в анимации приложений, сайтов и так далее, иконок, переходов, всего этого
всей этой истории. Но я думаю, в принципе, изучив базовые основы анимации, графики и так далее, вам не составит особого труда немножечко доучиться, ознакомиться с основными принципами UI UX и переквалифицироваться в UI UX дизайнера. Почему бы и нет? Единственное, что я говорю еще раз, есть свои особенности. Но, в принципе, это касается любого направления из вышеперечисленных. Поэтому, думаю, это небольшой секрет. 3D-мэппинг. Очень интересная тема, на самом деле. В Украине, я знаю, в Одессе вроде как есть фестиваль, посвященный этой истории. Еще есть большой фестиваль в Москве. Ну и, в принципе, по миру очень много где встречаются такие ивенты. Даже когда-то в Украине, в Харькове, был организован вот такой 3D-мэппинг на День города, если я не ошибаюсь. А это тоже motion графика, анимированная, ну, уже с учетом архитектуры, с проекцией на здание, с мощного классного проектора, какого-то видео. А еще круче все это выглядит, естественно, когда ваша графика взаимодействует с архитектурой, с элементами того здания, где будет все это проецироваться. Очень эффектная вещь, конечно же. Поэтому, возможно, кто-то из вас захочет заниматься и 3D-мэппингом. Это коротко о основных направлениях. Давайте поговорим и вообще обсудим навыки хорошего моушн-дизайнера. Кто это такой, что вам нужно знать прежде всего, для того, чтобы уже чувствовать себя более уверенно, более конкурентоспособно. Прежде всего, нужно знать, естественно, базовые правила композиции. А слово довольно страшное, особенно общаясь вообще с коллегами и, в принципе, наблюдая за всей этой историей с motion дизайном, я понимаю, что композиция пугает очень многих. Не все понимают принципы, в основном работают как-то интуитивно и так далее. Я тоже многое не понимала, особенно когда училась в академии. Но сейчас я понимаю, что без основ композиции, без этих фундаментальных вообще знаний, ну, совершенно никак нельзя строить свой кадр. И это очень-очень бросается в глаза, особенно на начальных этапах, особенно в работах моих учеников, когда люди просто даже не думают о том, где у них композиционный центр, почему это так, почему все сползло влево, почему прибилось к правому верхнему углу и так далее. Нет такого вот базового понимания композиции в кадре. Но не переживайте, на следующем занятии мы с вами как раз будем обсуждать композицию, как все это работает, какие принципы бывают и что из этого полезно вам, что из этого вы можете использовать в своих работах. Следующее, что должен знать классный motion дизайнер, это, конечно же, теория цвета. А это вторая болевая точка у всех дизайнеров, motion дизайнеров. Возможно, не у всех, я утрирую, но тем не менее. Это, конечно же, цветоведение, теория цвета, называйте как угодно. И вот вроде бы видишь ты этот спектр, и вроде 12 цветов, и все понятно. И есть теплые, и есть холодные гаммы. И если сочетать противоположные, то будет очень яркий контраст. Все же логично, но почему не получается составлять свои палитры, вечно приходится лезть в какие-то сервисы, где уже готовые палитры, искать среди тонн этих палитр ту, что подходит конкретно вам, под ваши задачи. И вот эта вся рутина, это ужасно. Здорово уметь сочетать цвета самостоятельно, быстро, классно, и еще при этом обоснованно, и подчеркивая всю вашу весь ваш основной посыл. Все это посмотрим вместе с композицией, поэтому не переживайте. Третий пункт — это типографика. Типографика — это тоже довольно сложная история. Честно восхищаюсь людьми, которые занимаются типографикой, именно как основным родом деятельности, кто работает со шрифтами и так далее. В принципе, motion design тоже сейчас очень-очень-очень активно играет с типографикой, и здорово знать основные моменты комбинирования шрифтов, какие стоит использовать, какие не стоит. Поэтому, да, типографику
тоже стоит немножечко так поковырять. Ну и четвертое, конечно же, это знание софта. Без него, увы, никуда. Я помню, что когда училась в академии на предмете цветоведения, мы красили руками, делали шкалу ахроматическую от белого до черного, идеально выверяли процент краски, как все это сделать, чтобы были очень-очень плавные переходы между каждой-каждой плашечкой цвета. И все это очень интересно, все это крайне невероятно любопытно потрогать, покрасить, попробовать. Работа в материале, в принципе, это отдельная, не знаю, отдельная история, скажем так, наслаждения. И вообще в искусстве работать с материалом очень-очень меня прельщает. Однако сейчас мы живем в век диджитал, да, технологий, как ни крути, и даже уже дизайнеры интерьеров не пользуются, в принципе, скажем так, чертежами и так далее. Все это можно сотворить на компьютере, все это можно замоделить в 3D Max, если очень сильно надо точно, то в автокаде. То есть мы живем в век технологий, и знать софт, естественно, нужно. Мы с вами поковыряем то, что базовый пакет, который вам пригодится на старте вашей карьеры. Конечно же, все-все это покажу. Отличная иллюстрация, очень рада, что ее нашла. Ну и пятый пункт, это, наверное, режиссура, знание драматургии каких-то основных моментов, особенно когда вы работаете над роликом единолично, когда все-все-все этапы зависят только от вас. Конечно же, здорово знать еще правила тайминга, как, сколько условно, сколько вам нужно шотов на конкретное предложение, чтобы донести мысль, чтобы объяснить, что происходит вообще здесь с этим сервисом или этим продуктом. Поэтому, конечно же, экстра такие навыки, как режиссура, драматургия и так далее, вам, естественно, пригодятся. Ну и я молчу, конечно, в принципе, о том, что помимо вот этих всех базовых историй с композицией, теорией цвета, типографикой, знанием софта и так далее, было бы очень здорово, если бы вы обладали навыками продажника, уметь презентовать свои услуги, уметь презентовать свой проект, уметь объяснить клиенту, почему это так, почему это лучшее решение для вас, прислушиваться к комментариям клиента, задавать правильные вопросы, правильно выяснять цель вообще всего, что происходит, зачем вы все это делаете. То есть какие-то основы маркетинга, конечно, очень-очень круто помогают вам в работе дизайнера. Особенно если вы собираетесь работать не в офисе, если для вас это не подходит, и вы хотите попробовать себя на фрилансе. Это супер важно. Я сейчас прихожу к тому, что мне нужно тоже больше-больше совершенствовать себя даже не в профессиональной сфере, а в сфере маркетинга. Но это так, маленький небольшой секретик для вас. Ну и давайте поговорим о софте и его назначении. Здесь у меня две колонки. Я выделила отдельно софт для работы с графикой и видео и отдельно 3D-пакеты. Быстро пробежимся по 3D-пакетам. Это Autodesk 3D Max, Maya, Lightwave 3D, Blender и Cinema 4D, конечно же. Она очень-очень удобная, скажем так, ее интерфейс супер-супер френдли. И, конечно, я начинала ковырять 3D-графику в 3D Max, и после того, как ты переходишь на Cinema, это гораздо просто, это небо и земля. Конечно, Cinema в этом смысле one love, ну, лично для меня. А что касается софта для графики и видео, то, конечно же, здесь Photoshop и Illustrator для статических изображений, Photoshop больше для растра, Illustrator больше для вектора. After Effects, естественно, мой любимый, невероятный, где мы с вами будем делать целую гору всего эффектов, анимации и так далее. И Adobe Premiere для монтажа видео. Там можно делать тоже простенькие анимации, но в основном для монтажа. Давайте чуть подробнее о вот этом бермудском треугольнике. Начнем с Photoshop. Здесь, как я уже сказала, мы с вами можем отрисовать графику. Мы также можем сделать и анимацию, но она будет у нас покадровая. То есть кадр за кадром мы рисуем новый шот с небольшим изменением того, что у нас там происходит, объекта, положение объекта, неважно. И играя на нашем свойстве глаза, оптическая иллюзия, кадр за кадром, мы создаем с вами
классическую анимацию. Иллюстратор — это отрисовка графики, но, честно скажу, видела таких умельцев, которые рисуют там и по кадровку. Но она векторная, естественно, но тем не менее. Не знаю, никогда не пробовала. Мне кажется, это отдельный сорт такого изощрения, извращения. Так что давайте пока опустим это. И After Effects. Здесь просто гора возможностей, очень сильно его люблю. Здесь мы можем и отрисовать графику, и сделать анимацию для нее, и наложить всякого рода эффекты, плагины, применить скрипты, и сделать риг персонажа, сделать его анимацию. Я вынесла отдельно такие сносочки, если для вас все это в новинку. Плагин — это дополнение, расширение возможностей для программы. Как правило, он платный. Просто устанавливаете и пользуетесь. Скриптом называется программа или программный файл-сценарий. Любая исполняемая процедура. То есть до нас с вами умные дяди и тети прописали все, всякого рода функции, запихнули это все в удобную оболочку с кнопочками, слайдерами, контроллерами. И мы с вами пользуемся этой оболочкой и упрощаем себе жизнь. Ну и риг — это комплекс костей, контроллеров, хелперов и слайдеров для управления конечностями персонажей и мимикой. Я покажу, как это все делать ближе к концу уже курса, поэтому не переживайте, все объясню, все покажу. Ну и раз мы с вами коснулись векторной растровой графикой, я думаю, не лишним будет напомнить, а кому-то сказать впервые, что такое растр, что такое вектор. Здесь у меня классная картиночка, довольно наглядная. Растер характеризуется тем, что когда вы увеличиваете картинку, растягиваете, грубо говоря, его качество падает, и он начинает пикселить. Вот эти точечки, вот эти вот квадратики некрасивые, это пиксели, из чего, собственно, состоит картинка. Вектор работает по-другому. Благодаря математическим алгоритмам просчета форм у него нету такого эффекта. Поэтому, когда мы растягиваем объект, у нас идеальная ровная линия, да, без всяких пикселей, идеальный вектор, идеальная форма. Мы, конечно же, будем работать с вами с вектором, поэтому будем сначала смотреть Adobe Illustrator, а затем уже After Effects, как все работает, как импортировать. Поэтому вот такая вот разница. Надеюсь, в принципе, просто и понятненько. Ну и давайте, конечно же, поговорим о процессе создания ролика. То, что в самом начале я назвала пайплайном. Здесь у меня несколько пунктов, и у одного из них даже есть целая гора подпунктов. Давайте начинать. Итак, прежде всего мы начинаем с вами с идеи. Без идеи стартовать проект вообще нет резона и смысла. Опять же, возвращаясь к своему опыту, когда я только начинала, я думала, сейчас я наклацаю какие-то эффекты, какие-то ползуночки покручу, получу классный результат, какой-то неожиданный, интересный, и буду от него отталкиваться. Это хорошая стратегия, конечно, для того, чтобы изучить плагин, изучить эффект, поэкспериментировать. Да, это может быть, но когда мы говорим с вами о коммерческих проектах, здесь у нас особо нет времени, как правило, нет денег на такие эксперименты. Ну, либо заранее оговаривать это с клиентом. Поэтому я рекомендую визуализировать вашу идею. Возможно, записать вашу, возможно, зарисовать, как угодно. Сделать общий концепт, обсудить с клиентом, если это какой-то коммерческий заказ. Но не садитесь делать просто так. Я сейчас что-то сяду, накручу, и у меня получится. Нет, это очень плохая привычка, она вам аукнется тем, что просто когда у вас наконец-то что-то получится, вы глянете на часы, и вы поймете, что вы потратили целую-целую гору времени. А время очень-очень ценно, особенно в этой профессии. Поиск референсов. Следующий важный пункт. Не пропускайте, особенно если вы новичок. Даже если вы не новичок, все равно старайтесь искать референсы. Референсы — это какие-то похожие или наоборот не похожие ролики, картинки, что угодно, возможно, ситуации. Это все, что может вас вдохновить, все, что хоть как-то перекликается с вашей основной идеей. Особенно этот пункт полезен, если у вас какой-то проект, и он для вас непонятен. Вы впервые что-то вообще с этим столкнулись. Например, делала анимацию для
какого-то завода молочки, по-моему, я не помню, супер давно было. И я вообще не поняла, как работает. Я не понимала, как работает эта вся история. А когда ты не понимаешь, как работает механизм того, о чем ты делаешь, то ты совершенно не можешь никак это ни продать, ни визуализировать, ничего. Поэтому, конечно, референсы смотрим, как работает, как у конкурентов что и где сделано. Поиск референсов супер-супер важен. И он, помимо всего, формирует вашу насмотренность. О насмотренности поговорим чуточку позже, но тем не менее, не пропускайте. Подбор технологии и средств визуализации. Тоже очень полезный этап. Опять же, повторяюсь, для новичка невероятно жизненно критично необходимый. Потому что в первую очередь вы должны оценить, сможете вы сделать проект или нет. Если сможете, какими технологиями. Возможно, вам что-то нужно доучить, возможно, что-то нужно подсмотреть где-то. Есть у вас время, нет у вас времени на это. Этот пункт призван показать, вас отрезвить и показать ваши, скажем так, сильные и слабые стороны вам же. Не клиенту, а вам же, чтобы вы понимали, какой спектр работ вам предстоит. Ну и следующий пункт – это реализация проекта, пайплайн, то, о чем я говорила, начиная от сториборда, стайлфреймов, аниматиков, анимаций и саунд-дизайн. Давайте по каждому из них подробно и вообще, зачем все это нужно. Начнем мы со сториборда. Здесь у меня пример сториборда для ролика, который мы делали с моей онлайн-командой. Что это может быть? Сториборд, в принципе, призван показать, как у вас будут происходить действия в вашем ролике. Не только в эксплейнере, как здесь, а в принципе. Он может быть и для логотипа сделан, и для какой-то заставки и так далее. Очень полезная вещь, экономит супер-супер классное время, потому что вот такими незатейливыми рисунками вы можете показать клиенту, заказчику, что будет происходить в его ролике. А он сможет дать вам фидбэк, что ему нравится, что ему не нравится. Возможно, ему не нравится такая аллегория, или ему не нравится, как здесь двигается камера, или ему не нравится, в принципе, композиция, и вообще, что он хочет переделать. И согласитесь, переделывать такие драфтовые рисунки гораздо проще, чем переделывать финальную графику, когда у вас все отрисовано с тенями, с персонажами, цветовая палитра подобрана, все это перекрашивать, нет времени, нет силы, нет желания, самое главное. Поэтому сториборд супер полезная штука. Что я могу сказать здесь? Какой подводный камень? Подводный камень только один. Вы не умеете рисовать, у вас нет навыка работы с карандашом, бумагой, с графическим планшетом, неважно. Если у вас такая ситуация, это не проблема. Я знаю, у меня коллега, он уже 16 лет в этой сфере, но он больше как VFX-ер, он больше не совсем по таким 2D-шным историям, он больше по 3D, но тем не менее, когда ему попадаются подобного рода задачи, он делает сториборды, чтобы утвердить основной концепт, только используют всякого рода фотографии, векторную графику какую-нибудь стоковую, делают просто грубый коллаж, в котором, в принципе, понятно, да, этот персонаж, он здесь стоит, а фон у него там условно лес, а здесь он там грустит, а здесь крупный план, а здесь дальний общий план, неважно. В принципе, основной концепт понятен. И он потратил на этот коллаж пару часов, а сэкономил несколько дней работы, по сути. Если бы он сразу рисовал готовую графику, естественно, никакие сроки, никакие дедлайны бы не были соблюдены. Поэтому, даже если вы не рисуете, есть такой вот отличный выход из ситуации. Кроме того, обратите внимание на этот сториборд. Здесь не просто персонаж в кадре стоит и что-то делает. Здесь мы наблюдаем еще динамику планов. Есть общий план, есть крупный план, есть даже сверхкрупный план. И благодаря такой динамике наш ролик смотрится не скучно. И вот чем интереснее и, скажем так, разнообразнее выглядит ваш сториборд, тем, скорее всего, интереснее и динамичнее будет ваш ролик. Поэтому старайтесь сразу следить за этим, чтобы у вас не было потом проблем
уже на самом финальном этапе на анимации. Ну и следующий у нас этап, это, конечно, отрисовка стайлфреймов, или, если по-человечески, то отрисовка финальной графики, где мы с вами утверждаем, как будут выглядеть персонажи, какая цветовая палитра, какое у нас формообразование, в принципе, какие у нас композиционные решения, согласно уже текущей графике и так далее. И я рекомендую рисовать, и, в принципе, сама так делаю, рисовать пару стайлфреймов, 2-3, можно из разных кусков сторюборда, из начала, из середины, из конца, например, да, чтобы отправить эти стайлфреймы клиенту, и он утвердил основной концепт визуальный, утвердил персонажей, гамму, палитру и вот эту всю историю. Это тоже экономия времени, возможно, кажется, на первый взгляд, слишком много интераций, общения с клиентом, я не готова и так далее. Я, конечно же, рассказываю с позиции фрилансера, но и у хороших, у адекватных студий в офисах примерно такой же пайплайн, поэтому, в принципе, ничего не поменяется. Если вас просят сразу же рисовать стайлфреймы на все подряд, то, конечно, будьте готовы к тому, что будет много правок, и вы будете немножечко нервозными по этому вопросу. Но, тем не менее, отрисовывайте пару стайлфреймов, если все утвердили, вы все поправили, можно смело рисовать все остальное. Следующий этап, подготовительный к анимации. У нас называется аниматик, это грубая визуализация основных движений, где у нас кто будет, в какой тайминг, в какое время. Зачем это все нужно? Если вам нужно попадать очень, допустим, в дикторский какой-то текст, или у вас есть музыка, и вам нужно попадать в ее настроение, в ее бит или еще что-то, то, конечно же, вам нужен аниматик, чтобы вы примерно могли прикинуть по времени, где и что будет расположено в какой конкретный момент. Вот у меня здесь парочка примеров. Вот такая финальная анимация. И здесь автор начинает просто с такого блокинга. Просто персонаж в виде такого прямоугольничка ходит. И где он будет, в какой конкретный момент. Затем идет у нас уже более грубая прорисовка движения. Ну, как видите, тоже не супер плавная, не супер детальная. Примерно прикидываем. И затем уже мы с вами шлифуем нашу анимацию, делаем ее чистенькой, вылизываем, добавляем каких-то дополнительных движений, и все выглядит классно и здорово. Это касается не только, конечно же, покадровой анимации, это касается и 3D-шки в том числе. Вы можете просто боксами выставить анимацию, где у вас будет какой персонаж, боксы, сферы, все геометрические простые фигуры помогают вам понять, какое движение камеры, какое движение объекта в кадре, что происходит и в какой момент. Полезный, тоже очень полезный этап в продакшене. Ну, честно, бывает, я его пропускаю, но если вы новичок, даже если вы не новичок, а проект серьезный и требует детального, такого пристального внимания, то рекомендую делать аниматики. Ну и, конечно, следующий этап – это анимация. Думаю, здесь не стоит заострять внимание особо сильно. Мы об этом всем будем говорить во второй части курса со мной, когда будем уже говорить о работе в After Effects. Поэтому сейчас, в принципе, на этом все. И завершающий этап – sound design. Sound design – интересный такой вопрос. Стоит ли, нужно ли, может дизайнеру делать sound design? Sound design – оформление, аудиооформление вашего ролика. Это сведение, наложение музыки, диктора, различного рода эффектов, как все это будет звучать. Я скажу честно, мое мнение по этому вопросу такое, что каждый должен делать то, в чем он профессионал. Я хорошо делаю анимацию. Я буду делать анимацию для саунд-дизайна. У меня есть коллега, который занимается саунд-дизайном. Он отлично это делает, качественно и классно. Я не хочу тратить время на то, что делает какой-то человек лучше меня, и он в этом разбирается. И, конечно же, пусть он сделает это, и ролик будет выглядеть эффектно, богато и дорого. Но вы смотрите на свой страх и риск, как вам больше нравится. Возможно, вам саунд-дизайн будет интересен тоже, почему бы и да. Но это отдельная история, отдельная наука, я скажу вам честно.
просто наложить эффекты бульбашек каких-то, шумов и так далее, и сверху ляпнуть музыку, это не саунд дизайн, этого недостаточно. Здесь у меня пример. Итак, мы с вами поговорили о истории немного, поговорили о направлениях и о пайплайне, что очень-очень важно, на мой взгляд. Давайте поговорим теперь о насмотренности и как же ее тренировать, что это такое. Насмотренность — это такое качество ваше профессиональное, которое приобретается только с опытом, только с поглощением все больше и больше информации того контента, который вам интересен. В частности, мы говорим об анимации сейчас. Вы сможете понимать, какие технологии трендовые, какие инструменты сейчас востребованы, какая графика сейчас на пике популярности. Вот все это насмотренность. Поэтому создаем с вами библиотеку любимых авторов и пабликов о модизе, да, motion дизайне. И пытаемся анализировать. Самое главное, первое, композиционные решения в ролике, которые вам нравятся, как они работают, почему этот кадр выглядит привлекательным и интересным. Анализируем с вами цветовую палитру, как взаимодействуют цвета, какие оттенки взяты, какие основные, какие второстепенные. Затем смотрим на формообразование персонажей и окружения, да, какие это формы в принципе, округлые, плавные или наоборот острые, жесткие, такие агрессивные, на что они влияют, как они влияют на ваше восприятие, как взаимодействуют шрифты, какими аудиовизуальными средствами автор рассказывает историю, да, что вот вы можете подчеркнуть, может там какие-то интересные метафоры или еще что-то, может там интересный сюжет, и почему он интересный, почему вам это нравится, и в принципе, почему людям это нравится, да. Вот этот процесс анализа помогает вам формировать вашу насмотренность. Вы уже не бездумно ставите лайк и сохраняете публикацию, да, прикольно. Вы уже думаете, прежде чем ее сохранить и поставить лайк, почему это классно, почему это работает, почему людям это нравится, что здесь такого, что я могу взять себе в какой-то текущий или мой будущий проект, попытаться повторить, скомбинировать и так далее. Поэтому очень-очень важно формировать насмотренность, очень-очень важно заниматься поиском референсов. Я рекомендую не пропускать этот этап и пытаться как можно больше впитывать информации из окружающего вас мира. И давайте с вами быстренько пробежимся по трендам. Что сейчас интересного, что сейчас модного, что нравится, допустим, лично мне, на что бы я обратила внимание. Это не все тренды, это просто основные, которые мне попадаются чаще всего, и вам, скорее всего, они будут чаще всего попадаться. Но кроме них есть еще целая гора популярных направлений, популярных течений, которые могут вам быть близки. Поэтому изучайте, формируйте свою насмотренность. Конечно же, в первую очередь, это 3D. Причем 3D очень популярное, уже не просто технологично какое-то тяжелое, сложное 3D, а очень простое, из простых форм. Скажем так, низкополигональная 3D-шка очень привлекательная сейчас. Она делается гораздо проще, чем какие-то сложные модели, да? И при этом она выглядит очень-очень мило, дружелюбно. Сейчас вообще, мне кажется, тренд на дружелюбно настроенную такую графику. Поэтому обратите внимание на 3D-графику. Здесь у меня просто картинки, но в принципе в анимации все то же самое. Следующий тренд вытекает из предыдущего, это изометрия. Но он может быть не только трехмерным, просто, как правило, встречается очень-очень много трехмерных анимаций. Он все еще моден, ему уже не первый год явно, но все еще люди никак не смотрятся на эти милые маленькие картиночки, модельки, очень-очень уютные. Выглядит это все очень уютно и дружелюбно, как я сказала выше. Следующий тренд у нас анимированная типографика. И анимированная не просто выехали буковки на этом все, а
экстремально анимированная, очень ярко анимированная, необычная, с искажением. Чем больше вот такого какого-то эффекта искажения, глича, бликов и так далее, чем активнее, агрессивнее вы все это делаете, тем это ярче, тем это более модно и так далее. Не пугайтесь экспериментировать, не пугайтесь делать какие-то сумасшедшие комбинации со шрифтами. Все это сейчас модно, все это востребовано, наконец-то мы дождались никаких правил. Ну, практически никаких. Следующий тренд — это текстуры. Конечно же, это анимированные текстуры и не только. Здесь пара моих работ. Анимированная текстура слева просто условно-покадровая анимация. И справа noise все еще в моде. Тоже ему уже не первый, он уже не первый год в тренде. Но, тем не менее, никак не может отпустить мир от этого невероятного эффекта, от которого веется немного ностальгии, то ли по 80-м, то ли по 90-м, непонятно. Но это все еще в тренде. Следующий тренд у нас с вами геометрические паттерны. Когда будем говорить о композиции, вот здесь это все: геометрия, простые формы, их комбинации. Супер модно, поэтому можно прям тренироваться делать композиции, при этом быть еще и в тренде. Очень часто встречается в эксплейнерах, скажу честно, если особенно надо показать какую-то инфографику, очень интересными графическими элементами, а почему бы и да. Ну и покадровая анимация, немного не про наш с вами курс, но тем не менее, покадровая анимация в тренде, она востребована и очень-очень нравится клиентам. Да, она трудоемкая, да, она, скажем так, довольно-таки дорогая, но, тем не менее, все равно очень-очень-очень востребованная и интересная. Кроме того, посмотрите, какая эффектная штука. Ну и такой уже суперсовременный тренд — анимированные маски. Я сегодня много, мне кажется, говорила про блогинг, про YouTube, про Instagram. Не могу я ничего с этим сделать, он просто повсюду ворвался в жизнь, и это здорово, потому что это новые возможности, это новые площадки. Анимированные маски — супер популярная история сейчас, как и в принципе анимация в Instagram для каждого бутика одежды, для каждого, не знаю, онлайн-магазина. Здорово иметь свой и узнаваемый стиль, и свои узнаваемые анимации, логотип, а если еще и маску, то вообще кайф. Поэтому, да, это 100% современный тренд. Ну и еще один тренд у нас с вами касается переходов между сценами. Вот такая специфика. Сейчас уже не очень модно делать переходы шторками. Если вы смотрели работы более ранний, скажем, там 2010 года, вы натыкались, то там очень часто просто шторка перекрывает изображение и появляется новая сцена. Сейчас уже не так. Сейчас хочется больше цельности в роликах, какой-то связующий элемент или какой-то связующий переход. Поэтому да, бесшовные переходы, естественно, выглядят супер эффектно, супер интересно. Если вам хочется больше информации про бесшовные переходы, какие они бывают и вообще про переходы, то все есть в Инстаграме, посмотрите, я вам рекомендую. Ну и у нас с вами осталась последняя тема на сегодня, это домашнее задание. Домашнее задание будет касаться вашей насмотренности. Итак, я предлагаю вам подписаться на 10 аккаунтов авторов на Behance, Dribbble, Instagram, Pinterest, что угодно. И цель этого домашнего задания — это начать формировать вашу насмотренность, чтобы вы научились анализировать, почему тот или иной ролик выглядит классно, трендово, интересно, что вас в нем привлекает. Вот такое интересное домашнее задание. Думаю, для первого занятия вам будет достаточно работы. Вот несколько моих любимых аккаунтов. Все они из Instagram. Я очень люблю Instagram, скажу по секрету. Здесь и группы, и авторы. Некоторые группы даже репостят классные работы. Возможно, у вас будет своя отдельная мотивация заняться, скажем так, узнаваемостью своего личного бренда или своего аккаунта как исполнителя классного.
Некоторые репостят с деньги, некоторые бесплатно, но тем не менее, рекомендую вам ознакомиться. Здесь есть классные студии, ведущие, которые вдохновляют меня, я надеюсь, не только меня. Поэтому можете подписаться на какие-то из этих, можете найти свои, естественно, никто не запрещает. Просто делюсь с вами немножко информации, немножко своим вдохновением. Ну и спасибо всем за внимание. Как я уже сказала, жду всех в Телеграме, если есть какие-то вопросы или просто хочется что-то сказать. А если хочется чуть больше инфы про Motion Design, то, конечно же, в Инстаграме тоже вас жду. Всем спасибо, надеюсь, было очень-очень для вас интересно вот так немного окунуться во всю эту деятельность. Следующее занятие будет супер информативное, будем говорить уже о теории цвета, о композиции, это уже более такие сухие дисциплины, но я постараюсь рассказать все просто, чтобы это было максимально для вас эффективно. Все, спасибо всем за внимание, пока!